Оля, что это? Кто это? Что за зверюшка такой? Да. О. Добро пожаловать в пекарню смурфиков! Вместе мы можем приготовить массу вкуснейших десертов! Смурфийское ягодное мороженое, кексовую голову смурфика на палочке, смурфийский ягодный коктейль, торт-дом смурфиков и мой любимый торт «Принцесса Смурфета» с моим участием! А другие смурфики сделали особые заказы! О, хорошо! Посмотрим, сможем ли мы их выполнить! Приступим! Класс! Пекарня смурфов! Всем привет! Привет! Сегодня мы будем играть в игру смурфики! Будем готовить на кухне какой-то пирог, да, вкусный? Да. А, у нас вот есть торт «Дом смурфиков», мороженое смурфийское ягодное и кексовая голова смурфика на палочке. Вот это да! Я хочу. Какой, что ты хочешь готовить? Я хочу вот это буду. Милана хочет попробовать приготовить смурфийское ягодное мороженое. Давай? Да. Давай. Так. Приготовим мороженое. Так, смурфита нам говорит, приготовим мороженое. И со вкусом сока. Такой большой выбор фруктов. Какой фрукт ты выберешь первым? Какой фрукт ты выберешь первым? Давай положим банан. Да, банан. Банан. Так, острый сейчас мы его порежем. Острый нож режет очень ровно. Ровно? Ровно. Вот надо, видишь, отрезать ровно. Вот так. Теперь вот так. Давай, режем. Смотри, как мы ровно режем. Да. Вот сказал, молодец. Может. Сейчас посмотрим. Во, банан мы весь сложили. Теперь выбери вкусный фруктовый ароматизатор и вылей его в форму. Милана, нужно выбрать вкусный фруктовый сок такой. Вот этот? Да, ну может вот этот. Это получается виноградный, это лимон, это апельсин, клубники. А здесь, смотри, разные ягодки. Давай его возьмем, да. Вкусный. Мы с Миланой выбираем, где много ягодок. Здесь клубника, малина, что-то там еще, вишня какая-то. Давай. Смотри, наливаем. Наливаем компотик. Давай. Просто наклони, чтобы вылить цвет. Выливаем наш компот вниз. Во, Милана, смотри, я выливаю его. Видишь, сколько здесь палочек? Ты видишь, выбери, сколько здесь которая палочек? Тебе больше всего нравится, и воткни ее в пирожное. Так, какая она больше нравится? Пап, я хочу вот эту зеленую. Да. Милана хочет зеленую, которая такая в точечке, ну, в кружочках. Берем ее. Втыкаем. Хоба. Так, идем дальше. Золотые мехи дуют сильнее, и готовка идет быстрее. Ой. Давай. Все. Ням. Давай выберем следующий фрукт. Какой же это будет? Милана, следующий фрукт какой положим? Вот этот. Это у нас идет, получается, что? Виноград. Это либо виноград, либо, нет, наверное, это... Нет, это же... Это малина. Ну, нет, малина красная. Так, это, наверное, ежевика. Да. А вот, смотри, вот, может быть, дыньку положим? Нет, ежевику. Ежевику? Да. О, а вот клубника есть. А вот малина. Давай малину. Давай. Малину. Ну, просто она похожа, такая же она. Ну, да. Так, малинку мы тоже будем разрезать. Режем. Режем. И тут вот так мы малинку нашу порезали. Мелкие ягодки. Они и так маленькие. Еще их разрезать надо. Но это что-то странно. Да. Мешаем. Выбери другой фруктовый ароматизатор. Опять фруктовый ароматизатор. Так, какой ты хочешь? Вот это. Это что у нас, яблоко? Яблочное. Яблочное. Да. Мой любименький. Милана, любимый яблочко. Да. Давай. Выливаем. Выливаем. О, выливается.
Выливается, да. Потом вот эти компоты легко выливают. Теперь снова будем сейчас дуть. Чтобы заморозился он быстрее у нас. Теперь выбери последний фрукт и добавь его в пирожное. Последний фрукт надо выбрать. Ну-ка, что тут есть еще? Вот это, клубнику? Давай. Да. Давай, клубничку мы хотим. Ух ты, какие красивые ягодки. Режем их аккуратненько так. Сейчас будем... Ой-ой-ой, какие они, наверное, вкусные. Да. Сладенькие такие. Да. Ты хочешь клубничку? Да. Милана захотела аж на клубнику. Я тоже захотел клубнику. Но у нас дома нет клубники. Ну, сейчас зима, сейчас ее вообще практически нет. Еще да. Ну, когда будет лето, мы можем купить большую гигантскую клубничку. Вот так вот. И будем кушать ее, да? Да, сготовим супчик из нее и будем начинать ее кусать. Класс, да, здорово. Так, ну а какой мы с тобой сироп нальем? Давай сироп вот этот апельсиновый. Апельсиновый? Да. А может быть, смотри, тут есть ананасовый, банановый и апельсиновый. Три разных, мультифрукт. Нет, вот этот. Лимоны? Да. Ты лимон. Хочешь лимоны? Да. Ну ладно, странно как-то. Ну давай, лимоны так лимоны. Наливаем? Наливаем лимоновый сок. Интересно, что у нас заморожено получится? Опять дуть надо. Дуем. Не забудь вытащить десерт, пока он не переохладился. А где его вытащить? Не забудь вытащить десерт, пока он не переохладился. Вот что надо было делать. Сколько всяких конфет, яблок. Теперь добавь шоколад в кастрюлю. Я вот это. Шоколад. Вот это. Белый шоколад? Да. Вот это. Давай возьмем молочный. Нет, вот это. Милана хочет белый шоколад. Ну ладно, давай. Почему блин? Нет, я не говорю блин, я сказал, ты хочешь белый шоколад. А меня подсасывает. Тебе послышалось? Да. Ты зайдешь. Ну что? Так, что нам она говорит делать? А, по дольке поломать его. Да. О, смотри. Он тает, Милана, да. Он же тает, он же на плите, вот этот, да, ковшечек. Он же горячий. Теперь надо его помешать. Ой, клубничка, клубничка. Это игра клубничка новая, да. Потом в нее тоже поиграем. Чего? Давай мешать. Продолжай мешать до готовности. Морфантический. Вау, ничего себе, я размешал, аж на все вылилось. Опять? Надо аккуратно. Продолжай помешивать до размягчения. Милан, я сильно размешал просто, поэтому видишь, все заново. Вот надо аккуратно. А вот так нельзя быстро? Да, вот так быстро нельзя. Молодец! Продолжай мешать до готовности. Вот мы приготовили. Окуните мороженое в шоколад. Ой, какое оно у нас красивое вообще. Да, прямо. И вкусное. Окунуть мороженое теперь сюда надо. Окунаем. Ух ты! Ух ты, ух ты! Быстрее добавь присыпку до того, нефки, как глазурь застынет. Вот нефки. Вот ты, вот ты. Нет, они, видишь, под замочком, мы их не можем добавить. Мы можем добавить только те, которые не под замочком. Вот эти, орешками давай посыпем. Да, орешками. Что, не засыпать? Так, это мы... А, вот, насыпаем. Теперь можно украсить сливками и фруктами. Сливками и фруктами. Вот эти. Ты можешь передвигать их, менять их размер и поворачивать, как тебе хочется. Так. Давай на мороженое. А мы с Макритиной тоже видели такой же. Да, здорово. Милана, смотри, нам надо украсить теперь твое мороженое. Вот давай возьмем такие печенюшки. А я вот такое, и вот такое. А давай мы не будем украшать. У нас мороженое так красиво. Мы их положим вот так на стол и будем кушать много разных печенек. Да. Вот так у нас. Смотрите, здесь сколько всяких сладостей. Во! Ну все, сейчас мы будем это мороженое кушать. Да. Вообще, такое пора объедение. Украшать. Да.
просмотри статуэтки всех моих друзей. Ух ты, тут смурфики есть. Я хочу вот это. Любые перемещения по экрану можно выполнять двумя пальцами. Злодей. Вот смурфета, смурфик, подарочек. А этот котенка как зовут? Я что-то забыл уже. Это котенок его помощник. А, это помощник злодея этого котенка, да? А вот этого злодея как зовут? Это злодея зовут Гимфкадл. Как? Гимфкадл. Сложное название, но я не помню его как зовут. Может быть, кто-то помнит, ну, напишут в комментарии, я думаю, да? Да. Кто знает его имя. Да. Так, а вот другие смурфики у нас под замком. Мы их только можем открыть тогда, когда много заработаем, наверное, баллов, чтобы открыть их. Ну ладно, мы идем дальше. Сейчас. Давай вот этого. А я вот его, видишь, на столик поставил. Ой, это их папа же. Это их папа? Да, одет. Ух ты, какой у нас шикарный красивый стол. Это был заказ папы Смурфика, Милана. Чтобы съесть десерт, просто нажми на него. Ням-ням. Чтобы его съесть, просто нажми на него. Ням-ням. Вот так мы кушаем наше мороженое и печеньки, наверное. Все. Все слопали. Давай еще. Я наел. Смотри, у меня какой живот полный. Давай ничего еще. Давай еще. Что-то от дяди. Ну, другой заказ это с мумфиком. Ну, давай мы деткам скажем всем пока, а потом еще поиграем. Нам вот дали еще здесь даже еще рецепт, и мы теперь можем сготовить это мороженое. Вот у нас есть такой рецептик. Как, чего его готовить. Классно. Когда закончишь, нажми на стрелку, вот тут инструкция чтобы перейти такая к следующему этапу. Ага. Мы так ее предоставим, чтобы, может быть, кому-то пригодится, чтобы знали, как готовить это мороженое. Можно поставить на паузу и посмотреть на том моменте, который надо. Чтобы перейти к следующему этапу. А так, всем пока. Пока-пока. И ставьте лайки. Всем пока. Всем пока.